Девизом сегодняшнего вечера стала фраза «Делаем добрые дела». Каждый, пришедший на благотворительный концерт в Дом культуры Ленинского района, смог оказать поддержку Алине Шашуриной, страдающей серьезным заболеванием. Помочь девочке можно было всего лишь купив билет на концерт, заплатив от 1000 рублей и выше. Все вырученные средства пойдут на лечение Алины Шашуриной. Для зрителей выступили Алексей Глызин, Николай Трубач, Руслан Алехно и другие знаменитости. Такая поддержка от каждого неравнодушного человека должна приблизить девочку к выздоровлению. Концерт должен был поднять Алине настроение и придать ей сил на борьбу с недугом. Она в режиме онлайн-трансляции, которую вел для нее отец, следила за выступлениями артистов. В этот вечер звезды эстрады посвящали все песни девочки. Каждый из артистов, кто принимает участие, каждый зритель, который находится в зале и купивший билет, мы вместе поможем преодолеть ей этот недуг. Николай Трубач оставил Алине особое пожелание. Он надеется, что концерт повторится, но уже по случаю выздоровления девочки. Считаю, что это святое дело. И ребенок должен жить, и ребенок должен радоваться жизни. Я надеюсь, что мы когда-нибудь этим же составом вместе с ней споем здесь, на этой сцене. Зал был забит до отказа, и это говорит о том, что жители Ленинского района готовы делать добрые дела, объединившись вместе. В такой ситуации жизни может оказаться каждый, и когда все-таки такое количество людей принимает участие в благотворительном мероприятии, поддержку жизни и здоровья ребенка, я думаю, здесь бессердечных быть не может. Все однозначно должны помочь ребенку выздороветь и дальше радоваться жизни. А вообще вот все дети, которые болеют, у кого-то есть врожденные болезни, я думаю, что это очень тяжело для родителей. Я сама как родитель, я очень беспокоюсь и хочу, чтобы мои дети были здоровы. Поэтому я считаю, что это просто гражданская позиция должна быть, помочь, уже с кем случилось такое горе. В ходе благотворительного концерта удалось собрать 816 150 рублей. Сумма внушительная, и все же необходимо еще больше 5,5 миллионов рублей. Оказать поддержку Алине может каждый. Сбор идет постоянно на карточку отца девочки Юрия Шашурина. Арсений Рогозянский, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.